Всем привет! С вами Мистика. Сегодня я вам расскажу о созвездиях. Созвездия – это групповые подземелья. Начиная с 30 уровня, по достижению определенного уровня, у вас будет открываться созвездие. При прохождении созвездия первый раз вы получаете очки бога убийств, которые вы можете потом обменять в сокровищнице на полезные ресурсы. Подземелье вы можете проходить в одиночку, нажимаем «Создать команду», или же позвать на помощь игроков. В вашу команду могут вступить игроки как с вашего сервера, так и с других серверов тоже. То есть это получается подземелье межсерверное. Вот к нам присоединился один игрок. Нажимаем «Старт». Подождем 5 секунд. И зайдем сейчас в подземелье. В подземелье у нас, как видите, 5 боссов, за убийство которых мы будем получать ценные ресурсы, золото, дух, опыт, фиолетовое снаряжение на персонажа и на вашего скакуна, книги навыков. Как вы видите, после убийства каждого босса с него падают ресурсы и мы убираем. Вот таким вот образом выглядит подземелье. Мы прошли подземелье и 5 боссов. Эти подземелья вы можете проходить в день неограниченное количество раз, но очки бога убийства будете получать только за первое прохождение. То есть вот подземелье 30 уровня мы уже прошли, очки бога убийства получили, но мы можем пройти его еще раз. То есть это не запрещено. Ограничений по входу в созвездие нету, и вы можете сколько угодно раз проходить эти созвездия в день. То есть вот мы снова прошли подземелье, убили 5 боссов и получили ресурсы. За повторное прохождение вы не будете получать только очки бога убийств. Все ресурсы вы будете получать, как и в первый раз. Вот, в принципе, все, что я хотела вам рассказать о созвездиях. Подписывайтесь на канал Google RPG Games, смотрите видеоролики. Всем пока-пока!